Спаси Христос поварам и накрывающим. Спаси Христос поварам и накрывающим. Место подошел и просится посмотреть, что мы делаем. Мы готовились 2 недели. Вчера Терентий привез нам материал, и мы начали готовить 2 заслона. Где будет прорыв, был прорыв, там будет сплошная трасса на плотине. И отдельно сделаем отвод воды. Подъем воды поднимется больше, чем на 1,5-2 метра. Так примерно это у нас замысел. Вот инвестор говорит, а можно посмотреть, можно экскурсию сделать. Вопрос, кто хочет пойти посмотреть, ну нигде нам не мешается, поднимите руки. Смотри, так, кто не хочет идти, хочет дома сидеть, поднимите руки. Трое. Ну трое, Тимофей, Агния. Четыре. И Ксюша. Ну вот вы сидите, если вас с вами будет распоряжаться старший, то я вас оставлю. Нет, значит идем все или никто. А пусть останутся. Вот трое человек. Посуду они помоют. Понимаешь? Если так, то мойте посуду, помогайте, чтобы они также были здесь. Будете мыть посуду? Ни на шаг никуда. А вы что, ты еще голодная или попадешь? Так. Ну тогда остаешься. Так, а что? Ничего, все нормально. Дежурные-то не ели еще. Ну поедят, а потом придут. Да. А кто с ними пойдет? А кто с ними пойдет? Да ты пойдешь с ними. А, ну что ты? Останешься и приведешь всю компанию. Так я думаю, что тоже придут. Такого вы никогда не увидите нигде. Я говорю вам, лучше пошлите с нами. Такого вы не увидите ни в одном кино. Лучше пойдемте. А, ребята, бегом идите на место. Чего вы не едете? Верни сюда, не ходи никогда придете здесь. Чубук. Влад, он тебе находил перчатку, давал черную? Одну.